Ну, желаю всем помощи Божией, как бы это ни звучало, может быть, в устах членослужителя банально, но рано или поздно многие люди приходят к тому, что они нуждаются в помощи свыше. Обычно это люди приходят в зрелом возрасте, поскольку молодому возрасту свойственно преувеличить свои собственные силы, когда в полноте крепость существует и телесная, и душевная, кажется человеку. На эту тему преподобный Авросий Оптинский шутил, говорил, что в таком состоянии человек, как майский жук, летает, жужжит все мои леса, все мои луга, все мои луга, все мои леса. А когда ветер задует, и там гроза, дождь, тогда майский жук прячется под листик, дрожит и уже забывает свою удаль. Так бывает с людьми, пока все небольшие проблемы и сложности, с которыми человек встречается, кажется, что человек с ними справляется самостоятельно, то он редко обращается с просьбой к Богу о помощи. А вот когда сталкивается с какими-то проблемами, которые уже он не может решить, уже вне его сферы, а даже вот общение внутри семьи, вот, это не всегда зависит от человека, и, как правило, не зависит. Там уже встреча с другой личностью, и, так сказать, уже все далеко от тебя не зависит, а еще зависит уже от другого человека. И вот, допустим, чтобы даже сохранить семью, люди обращаются к какой-то высшей, к третьей силе, которая может воздействовать и на тебя, и на другую личность, и как-то опять соединить воедино то, что уже имеет сейчас такую тенденцию, допустим, развалиться. Поэтому мы и говорим, что, допустим, о сохранении семьи надо, чтобы молились оба супруга, и чтобы людей, если приходит кто-то из супругов к священнику, просит помощи о сохранении семьи. Мы говорим, что нужно приводить и второго. И что тут важна молитва. Молитва о детей. Часто вот скорбь родителей за детей. Дети попадают не в те компании, занимаются не теми делами. Уже человеческие ресурсы и аргументация уже исчерпаны. Здесь действительно надежда на то, что осенит, подействует некоторая сила благодатная свыше на этого человека. И вот молитва матери, как говорят, очень сильна за своих детей. И кто это на себе это испытал. Вот. Поэтому я желаю всем помощи Божией в этом году, чтобы меньше было скорбей, больше было радостных дней. Ну а вот этого желаю я и всем, и себе, и вам. Спасибо, ваше Преосвященство. Спасибо, Христос, дорогие коллеги.